Добрый вечер. Представьте, пожалуйста. Игрок команды «Бордо», Иванов Дмитрий. Как вам сегодняшняя игра? Ну, игра была настоящая, мужская, с элементами борьбы. Вот, были и пенальти, и штрафных очень много. Соперник был реально достойный, тем как бы слаще победа. Пацанам спасибо за игру всем, и нашим, и сопернику. Удачи на проекте. Как считаете, за счет чего все-таки сегодня вытащили? Скорее всего, за счет, наверное, мужских качеств. За счет мужского характера. Чуть-чуть, у нас его чуть-чуть показалось побольше. Где-то нам даже повезло с двумя первыми голами, то что реально хорошо приложились. Может, кого-то хотели отметить из игроков сегодня? Из игроков наших хотел отметить вратаря. Вратарь реально, да, два пенальти пропустил, но сыграл очень достойно. Вратарь молодец. Круто, поздравляю с победой, желаю удачи. Спасибо. В дальнейшем.